далеких краях есть деревушка, где живут загадочные создания. Сотни лет они жили здесь, не зная бед, до сегодняшнего дня. Привет, смурфики! Гаргамель! Теперь им придется бежать в другой мир, совершенно им незнакомый. О, мой смурф. Смотрите, средство передвижения. Туда. Скорее! Держимся вместе. А-а-а! Моя нога. Этим летом. Они милые. Только не надо мне говорить, какие они милые. Now it's all our you know. Простите. Сколько людей на планете, а эти волшебные создания выбрали нас? Смурфы именно. Зачем говорить смурф через каждое слово? Что это за смурфическая смурфня? Эй, ты, не смей так смурфиться при дамах! Историю расскажет Армен Джигарханян. В роли смурфеты Нюша. Гаргамель! Опасные приключения. Маскировка. Начинаются. Мне 546 лет, я для этого староват. Самый осмурфительный. По моим расчетам, они прилично отстали. Анимационные комедии. Сейчас останови себя, не смурфика! Вперед, смурфики! А где папа? Его украл Гаргамель! Смурфы своих не бросают! Не на ту напал! Смурфапулька! Игра окончена! Смурфики! Как нам весело! Стоп! Неужели эта песня вас еще не достала? Меня достала. В 3D. В августе 2011-го.